Мы приветствуем вас в пресс-центре retail.ru на выставке Prodexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь и какую компанию вы представляете? Здравствуйте, меня зовут Константин. Представляю компанию Meat Brothers, производителя крафтовых приправ и в скором будущем специй. Я вот увидел вашу упаковку, давайте ее покажем, и вспомнил, что уже видел в ритейле. Очень красиво, кричащее название, и расскажите, как пришло в голову и какие уже победы, может быть, вы кому-то уже показали в соцсетях, это, может быть, у вас какие-то были коллаборации с кем-то. Ну, мы уже продаем наши приправы в районе 2 лет, и нашими победами можно считать, наверное, то, что мы представлены почти в каждом крупном регионе, даже не регионе, а городе страны, маленькими представителями, партнерами нашими, большими где-то. А вот, и также на маркетплейсах, и в Азбуке Вкуса, и в Мираторге в Москве, даже в Глобусе Гурме еще. Вот, соответственно, это как бы тоже победа, это некое признание, вот. Этим можно гордиться. Да, насколько я понимаю, это ваши коронки, ваш конек, который уже зарекомендовал себя. Что-то новое вы привезли на нашу выставку, чем будете удивлять? Да, поскольку такой формат банок, он не для всех, из-за того, что большой объем и цена высокая, соответственно, мы решили, что нам надо двигаться в сторону массового сегмента и приготовили вот такой спецформат, который в скором будущем введем. И вот здесь уже будем очень hard work, что называется, по вводу его в сети. Вот сети уже будут рассматриваться и пятерки, и X5, и будем стараться вообще повсеместно в региональные сети заходить. Мы пожелаем вам удачи, и, может быть, у вас сейчас готовится какой-то супер новый продукт, может быть, абсолютно для какой-то узкой категории, или наоборот, какой-то продукт, который займет собой абсолютно все. Может, чем-то поделитесь или, наоборот, оставите это на следующий год и будете удивлять тогда? Ну, спецформатов у нас, кроме этого, мы его считаем очень спецформатом, вот. Но есть еще несколько смесей, которые действительно должны будут взорвать. На смену уже зарекомендовавшим себя, должны же кто-то новенький, должен же кто-то приходить. Вот у нас будет несколько смесей, которые должны будут рвать. Я пожелаю вам удачи, потому что точно видел ваши упаковки, они приковали мой взгляд, они работают, поэтому желаем вам удачи. На следующий год надеемся увидеть вас с расширенной линейкой и надеюсь, ритейлы обратят внимание на ваш продукт и оценят его по достоинству. Спасибо большое. Большое спасибо. Всего доброго.